Мы сегодня с вами, так скажем, попытаемся организовать, провести первый неквалификационный, некатегорийный турнир заезда танков на радиоуправление 16-го масштаба на грунтовом полигоне. Если у нас все получится, я думаю, что у нас все получится, потому что опыт 5 июля уже показал, что у нас действительно получается, без 5 июля не было бы сегодняшнего мероприятия, то именно этот этап будет внесен в танковое многоборье, танковый олимп 2016 года. Теперь по трассе. Машины стоят в единую линию, машины стартуют по сигналу. Для каждой машины, когда она будет финишировать, будет своя отсечка, будет свой результат. Значит, по трассе машина должна пройти, трасса обозначена елочками. Дистанция трассы 200 метров, плюс-минус 1 метр. Как вы будете обходить, как вы будете идти до контрольной точки, это ваше дело. Нет как таковой жесткой дистанции, как мы привыкли на наших паркетных ковровых покатушках. Это ваше дело. Главное, чтобы вы прошли ворота контрольные.
Давайте, давайте, дальше, есть время еще. Он не сложил, давай не едет. Когда он не едет. Ну куда ж ты заехал? Давай потихоньку съезжай. Ух ты! О, мазай, молодца! Давай. Какой красавец! Все, это последняя машина. Много машин поломалось, так ну, серьезно? Не, ничего почти. У кого что? У кого камни? У кого это самое? В принципе, но это говорит о чем? Это нормально. Вот там, ребят. Снесло. Я поэтому говорю, препятствия не обязательно проходить. Нет, не интересно, да сейчас, нафига конечно. Вы ждали? Нафига вы ждали? Как нафига ждали? У меня бы раньше камень попал. А ты знаешь? Наградить. Звездили на Алексея. Занять свое третье место в турнире танковый триал на грунте. Леша, поздравляю. Компании Тамия вручить замечательную книгу. Сам я ее читал 6 раз. Да, является моей настольной книгой. Вот, к сожалению, без автографа господин Тамии, но я ему написал, что в следующий раз, пожалуйста, присылайте нам с вашим автографом. Вот, то есть вы как бы, реально как бы, здесь вся история компании Тамии на английском языке, но читается очень легко. Награждается Львов Юрий, занявший 2-е место в турнире танковый триал на грунте. Где Юр-то? Юра, поздравляем. Всего самого хорошего. И, естественно, полный комплект электроники на 2,4 ГГц с новым пультом от Henlong, от нашего каталога. Так что стройте модели. Занявший 1-е место в турнире танковый триал на грунте. Миш, поздравляю. Держи. И естественно, вот это тебе в постройку. Я сразу скажу, машина не новая, но укомплектована металлическими гусеницами. Вы со мной что хотите сделать? Яхт Пантера в нашем полку прибыла. Будьте любезны. Спасибо. Не ожидал. Спасибо. Ребята, спасибо огромное вам. Оправдаю, на премьеру на обмывание пяточек младенцу приглашу всех. Так, давайте мы поставим танки и сделаем общее фото, хорошо? А чуть-чуть плотнее. Не-не, все отлично, ребят. Все отлично. Супер. Снимаем. Thank you.